Коля Залипуха. Мерзость классическая, ярко выраженная. Полиция чат рулетки вас беспокоит. Я вот такими экспонатами, как вы, занимаюсь, наверное. Я думала, Рида такая якась циничная, жорстокая, зверхні падла. Я был отличником круглым до 5 класса, потом что-то пошло не так. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. И от цим ты мне импонуешь. Нам только войну закончить, все. До описюнения будет все хорошо. Це Гончарова Подкаст, і сьогодні у мене в гостях Коля Заліпуха. Його знає весь TikTok, його знає чат рулетка, тому що там він пресує росіян і робить це майстерно. А в принципі в житті він займався певний час правовим супроводом бізнес-конфліктів. Отак життя міняє, і зараз з ним я вас познайомлю. Будь ласка, коментуйте, лайкайте, підписуйтеся на наші повідомлення, щоб знати, коли вийде наступне відео. І дякуємо всім за увагу. Дюнь, ти ляжеш чи ні? Коль, ну він буде отак бігати під тобою. Это меня абсолютно устраивает. Нормально тобі? Я даже хотел, просто когда сидел там, хотел спросить, он будет в кадрі тут писать? Ну він буде в кадрі. Я так спокійний. А чого тобі спокійніше? Я ти хіба не маєш зосереджуватися на розмові, на тому, що ти будеш доносити? Ні? Ні. А что, это задача, типа, такая, этого шоу? Нет. Да нет, ну как, пусть, конечно, песель тут будет, ты шо, вообще в кайф. Просто, знаєш, деяких людей він навпаки розхолоджує, і деякі люди не можуть зосередитися. Ні, або, можливо, це ті люди, у яких немає чітких думок в голові, Коля. Так у мене теж їх нет, тому він взагалі ніяк не повлияє на ситуацію, понимаєш? Слухай, ти коли гасиш росіян в чат-рулетці, здається, у тебе ніби взагалі все тут чітко зібрано. Ты знаешь, нет никакой четкой структурированности до того, как я начинаю их гасить. То есть это все просто полет моей мысли. Может, это выглядит действительно со стороны так, как будто это читается заготовка какая-то, но на самом деле это просто каждый раз это фристайл. И вот я не раз обращал на это внимание, только те вещи, которые я говорю на чистом фристайле, не задумываясь ни о чем, вот только они залетают, вот только они всегда работают, только они являются по-настоящему смешными. Ну, вот как-то там, вот у меня это так работает. Ты кайфуешь сам від себе, коли ти знаходиш якісь вирази, які ти ще в житті не застосовував? Очень. У мене аж мурашки по кожі пішли. Мені чомусь здається, що ти кайфуєш від своїх сил. Я люблю собирать, і я максимально вот всю жизнь пытался. Я как будто готовился к этому, я тебе серьезно говорю, да? Типа, ну, не знаю, какая еще альтернатива могла быть типа этой жизни. Наверное, не сильно радужная, но в плане этого я не знаю, куда еще просто можно было это все применить. Ты же понимаешь, это все прикольно среди там компании какой-то там, может быть, левой, может быть, своих друзей, каких-то людей, которые могут с этого посмеяться, но далеко не все с этого смеются, и далеко не всем в кайф такое слушать. Просто сейчас такая ситуация, когда этот гонор, который доносится до русского, он является тем, что человек сам хочет сказать, просто по каким-то причинам не может. Чему ты виокремив в окремому своєму тіктоці тільки Кирила Ганніна, я з ним теж говорила. Да. Я його тут задовбувала, нафіга говорити з росіянами, ще й так по-доброму. Ну він це все одно по-доброму робить. В силу, можливо, своєї зовнішністі. А де вичинили його? Ну, і ти в тіктоку тебе робили нарізки, хто в чат-рулетці робить... Це у нас був совмісний ефір з ним. Саме Кирил, а багато ж людей. Чому ти звернув увагу на нього, скажімо, і там про Володю Медведєва ти ще, здається, ну, Кирил об'єктивно... Ти їх поважаєш чи як? Тобто, Кирюху, да, ми в теплих отношениях з ним. Ну, Кирюха об'єктивно папа этой движухи, рулетки. И ну, я, не раз ему говорил. Он первый был. Я увидел его, вдохновился им, просто тогда подумал о том, что ну, я бы это сделал вот в своем грязном стиле. То есть он был первый, да. И а я тебе не бісить, що він такий добрий? С цими россиянами? Да нет, не, не бесит. Серьезно? Нет, мне наоборот нравится, что все разные. Все, кто ведут рулетку, все разные. Потрібна така кількість людей, які чмиряють росіян у рулетці? Да как, ну, вот сколько их есть, столько, значит, их и надо. Ты ж, ну, сама понимаешь, ну как это, мы ж не можем сказать, надо, чтобы их было меньше, или не надо, чтобы их было больше. Да и так вроде хватает. Но если вдруг кто-то появится, кто будет разговаривать еще круче, чем я за себя говорю, я буду рад. Ну, просто уже сложно это взять, потому что такое количество образов, фраз, идей использовано для того, чтобы нагнуть русского в чат-рулетку, что уже просто сложно в это все забраться. Чому саме образи? Ну, ти ж міг іти якимось іншим шляхом, бути постійно там в одній та самій курсі. Це чиста случайність, як і все в моїй житті. Це чиста случайність. Це все одно ти ж почав сам грати в цю гру, і ти почав, напевне, сам розважати себе в першу чергу, я так розумію. Да, іменно так і було. Именно так и было. А образы... Пятый или шестой эфир у меня был, и мне девочка чисто случайно, которая у меня тогда модератором была на этих трансляциях, написала: а что, если бы ты пиджак одел? Ну, представляешь, вот то же самое нести, только в пиджаке. Да. Как бы это было? И что ты подумал? Да я сразу пошел, батин пиджак одел, все, сразу думаю, ну это что ж надо. И они начали цепляться на это. И как-то я увидел, что это работает именно образ. Я числил типу о том, что у меня свадьба, я на втором этаже сейчас сижу, на первом этаже свадьба, вторая неделя, помоги мне там одеться. Он меня одевал искренне. То есть я увидел, что ну, человек может поверить в то, что ты ему рассказываешь. Я людина, зараз тобі відкрию таємницю, я людина, яка постійно видумує оповідання про Дюка. Угу. Ну, тобто я його так малюю в своїй уяві, як типу людина, і вона поводиться, я йому придумала там якийсь настрій, характер, у мене є ще бультер'єр. Як у тебе, хотіла запитати, як у людини, яка теж кайфує від оцих вигаданих історій, потім ці вигадки і бажання маніпулювати людьми не перекидаються на життя? Ми можемо наговорити стільки слів, ну от я відчуваю в тобі, що можна просто людей... Ну, реально, ними можно манипулировать. Ну, наверное, потому что я спускаю это все в рулетке, поэтому в жизни как-то мне не приходится. Я вообще, то, как я веду себя в рулетке, мы же с тобой вот общались до того, как сели сюда. Да. Ну, это же, по-моему, разные немножко люди. Я все это делаю, я не скрываю это в угоду нашим людям. То есть я понимаю, что это не если бы я такой, какой вот я есть, и с моим настроением, которое у меня преобладает большую часть времени, сел в рулетку, это было бы не так интересно. Я сажусь туда, я знаю, что я должен сделать. Поэтому у меня в жизни нет такой вообще спокойной... Ну, меня очень тяжело вывести. Очень тяжело. Вот так. Серьезно? Вот, чтобы я ругался так, как в чат-рулетке, это, раз в 2 года, может быть. Я думала, знаешь, прийде такая якась циничная, жорстокая, зверхнє падло. Все так думают. Вот Кирюха Ганнин. Ну, а как нам думати, який ти в житті, якщо ми бачимо тільки такого? Вот Кирюха Ганнин, то же самое. Он и у тебя говорил на интервью, он мне не нравится жестко. И мы с ним, когда встретились первый раз лично, он говорил: дядь, ты мне так не нравился, ты меня так раздражал. Говорю, что правда? Говорю, да, тогда ты мне брат. Много кто так думает. И на самом деле у меня даже вот друзья мои, самые близкие, которые у меня есть по жизни, они со мной находились на том моменте, что мы думали: ох ты и тип, думали, очень неприятный. И потом вот на этой почве мы знакомились, уже очень много лет дружим. Мені сподобалося, що коли ти з Вовою Петровим говорив на Ісландії, ти сказав: я собі не ставлю цілей перевиховання росіян. Вообще нет. Ти знаєш, зараз деякі журналісти, навіть яких... які є самовідданими Україні, вони постають перед питанням і кажуть: нам треба буде перевиховувати росіян. А ти, тип, який не є з телека, ти собі високих таких завдань не ставить. Ганін же ставить собі перевиховувати. Кирюха, а чому ти так цинічно відкидаєш? Раптом у тебе в процесі з'явиться це бажання? Ну, появиться, буду делать. Я вот вообще, не то, что не принципиальный, но если я завтра проснусь и осознаю, что мне нужно сделать то, что я вчера не делал, несмотря на то, что я вчера говорил, что я этого делать не буду, понимаешь, о чем я говорю? Да, я, звичайно, разумею, да. Я это сделаю. И мне все равно, что мне скажут, что а ты же говорил. Ну, говорил я вчера, я сегодня проснулся, у меня есть новый день. Хочу быть таким. Все. Ну, це класно. Ну, по суті. А якщо ти кажеш, що ти надихнувся Ганіним, а в тій точці до того, як ти з'явився в чат-рулетці, ти був хто? Ну, те, що ти розповідав, що ти там вчився на прокурора, в тій точці конкретно, коли ти побачив Ганіна і подумав: я теж так можу. Яким ти був тоді? Тобто вже повномасштабне вторгнення було. И тебе интересно, насколько эта личность, вот эта, которую ты видишь в ТикТоке, проявлялась во мне до того, как я сел в рулетку, да? Ти почав міркувати, ти біг записуватися в ТРО, в ЗСУ, ти думав волонтерити. Чи ти сидів просто вдома, і тут на якийсь день ти побачив Ганіна, побачив ще, і думаєш: так, оце буде... моя точка застосования. Нет, смотри, 24 числа я тогда на тот момент находился в Днепре, жил в Днепре. Родители у меня и сам родом, я с города Каменское, это недалеко от Днепра. И 24-го началось полномасштабное вторжение, я сразу же поехал с самого утра к родителям, и вот с 24 числа я находился в этом городе, периодически только ездил в Днепр, и все делал оттуда. В плане того, что я делал, і ти навіть зараз знаєш, що? Так це шикарно, слухай, тобі питань треба не ставити, ти вже такий підкований. Сейчас я тебе даже покажу. Ну да, шутер был. Потому с первого самого дня я не бежал записываться в ТРО, в ВСУ. А чого ти не побіг, Коля? Я не бежал. Ну, у тебе типаж для ВСУ і для ЗСУ. У тебе типаж такий. Во-первых, Таня, з чого ти взяла? Я зараз поясню потім свою. Объяснишь, да? Да, мне интересно. Да. Смотри, я в душе вообще, ну, как сказать это правильно, пацифист, не пацифист, но все мы были пацифистами до 24 числа. 24-го, когда началось вторжение, с самого первого дня, сейчас я тебе ищу фотки просто, чтобы показать, мы были на блокпостах, на ВСУ, в ТРО, я не записывался, потому что у меня на тот момент были и есть знакомые, которые были приближенные туда, и я знал, грубо говоря, что от меня потребуется, если в случае того, если тут станет жаришка. Мы четко это знали коллективом, поэтому в плане помощи, в плане того, что мы там были, в плане того, что мы отправляли гуманитарку, покупали машины для ЗСУ, это все было еще до того, как в рулетке я это все зафорсил, и я это никак не выставлял, я как бы, ну вот... Типа, если у кого-то будет конкретный вопрос по этому поводу, я могу предъявить все, там, вплоть до чеков, фотографий, там, машин, там, это гуманитарки. Ні, загалом, в принципі, ні у кого питань не має бути, але це цікаво про це дізнатися. І так далі, і тому подобне. Но это все было до ТикТока. И я тебе скажу, вот даже честно, когда у меня это все понеслось в ТикТоке, мне стало страшней. Ну, вот я... подальше держусь от там всевозможных сборов. Я для того, чтобы выставил там какой-то сбор, я должен вот в этом уверен быть на 100%, на 100%. Ну и як ти розбираєшся? Що... У тебе є час розбиратися? Ну, от хтось близький тобі вот скаже? Конкретно з цим приходиться уделять время, дійсно розбиратися. Да. А що було такого в житті? Чи це твій досвід і твоя освіта? Ну, це опит, да. Це просто жизненний опит. Ні, не освіта. Це більше життєвий опит. Ну, я маю на увазі освіта прокурора, освіта юриста, може вона тебе спонукає до того, що ти розумієш, що люди довкола аферисти, і треба їх постійно всіх перевіряти. Ну, звісно. Ти шукаєш фотку, да? Іменно. Можна мені буквально одну минуту, щоб я просто... Да, шукай, звичайно, шукай. Я можу спіти, поки хочеш? Ні, ми можемо посидіти мовчки, це нормально. Я, до речі, подумала, знаєш, я... Петро Щур, маміни світлиці. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю і рушники на стіні. Блін, чуєш? І рушники на стіні. Я нашов тільки в Інстаграмі, але 32 неділі назад ти можеш арифметично навіть посчитати. Ну, звичайно. Ага. Ну, бачиш? А ти кажеш, якщо хтось мені пред'явить, то я покажу і коктейлі Молотова, і волонтерку. От скажи чесно, ти вважаєш, що є в житті цьому людина, яка має право тобі пред'явити? Де ти був 24 лютого? І де ти був на початку березня? І де ти був? Ну, ти вважаєш, є така людина? Ні, ну, то, що, як я вважаю... и как происходит так в объективной реальности, ты же понимаешь, что это... Я просто понимаю, что потенциально, возможно, это может быть, потому что, ну вот так вот. Просто кто такая людина, яку ты наделяешь своим правом? Слушай, это все зависит от объемов медики. Чем дальше я буду двигаться, тем дальше просто будут пытаться что-то найти, будут пытаться где-то найти то, чего нет, будут, короче. Ну, пока тебе не лякается, ты навпаки хочешь рухаться. Нет, так я это все понимаю, это правило игры, это нормально, я хочу играть. В яку гру, медійці, поясни. Тому що от я, скажімо, працюю на офіційному телеку. Я роблю подкаст. А от ти як собі уявляєш цей рух медійці? Що таке медійка? Если я тебе отвечу правду на этот вопрос, то я, получается, раскрою карты, понимаешь? То есть я не хочу лукавить. Я вот, вот этот вот образ, который, я хочу больше, чтобы вопросов оставалось, нежели моих ответов. И от цим ти мені імпонуєш. Реально. Тому що, знаєш, у нас проблема людей, які йдуть в медіа і стають публічними, в тому, що вони на все хочуть відповісти. І на все мати відповідь. Да. Коля, де ти народився? Я народився там. Як ти виховувався? Я виховувався так. А далі що ти хочеш? А я хочу слави, грошей. І від цього наповнення відповідями мені стає нудно. І я от думаю, коли я побачила, коли ти з'явився в Тіктоці, по-перше, ти мені просто... типаж, який я колись обожнювала, коли з'явилося кіно «Трейнспотінг», і я подумала, боже, це просто цей Ремтон, це просто щось ідеальне. І тут з'являється Коля Заліпуха, і я думаю, ого, 96-й рік, а цей персонаж зараз настільки залітає. Те, про що ти кажеш, що я кажу, ти ідеальний типаж для Збройних сил України. Ти типаж, умовно, футбольних вболівальників. Вони виглядають так: голені, худі. Їх зараз багато воює. Тому їй сказали, я б не здивувалася, якщо б прийшла війна. Може бути чисто візуально. Да, чисто візуально. Может быть, да. Я миллион раз говорил, я с диким уважением отношусь ко всем к пацанам, к девчонкам, к мужчинам, к женщинам, ко всем, кто воюет. И я ни на каплю не считаю себя вообще даже сопоставим в сравнении с ними. И, для меня они герои настоящие, понимаешь? То есть у меня прям отношение к этому, вот из разряда я бы, наверное, так не смог. То есть я действительно вот прям восхищаюсь этим. Поэтому, может, я не знаю, как это правильно сказать. Может, я духом слаб для этого, понимаешь? Не знаю даже. Ну, ты не думал над этим? Думал. Але ж коли ми дивимося на Колю Заліпуху в Тік-Токі, ми розуміємо, що ого, він духом сильний, якщо він може так росіян довбати. Слушай, я делаю то, що я должен делать. Ти ж не робив цього до повномасштабного вторгнення. Да. Тебе не було як блогера, тебе не було як там якогось інстаграмного діяча. Трошки музики у тебе було. Да. Отакої, мені подобається. Спасибо большое. Но и неизвестно, где бы я был, если бы не понеслось в медийке, понимаешь? Я ж не знаю, может, я был бы там сейчас в данный момент. Я просто видел, что я начал хоть какую-то пользу этим приносить именно, и я вот начал это делать дальше. Я так рада, що з'являються інші персонажі. Ми ж втомилися, я не знаю, як інші, від тих персонажів, які були до 24 лютого. Це так круто. Це так круто, що з'являються нові люди. Я, звісно, розумію, що зараз офіційній там журналістиці буде бракувати підходів до таких, як ти. Як з ним говорити? Він, хто? Про що ти з ним поговориш? Про що? Про Кам'янське поговориш? Поговориш про те, які тренди в Тік-Тоці? Не знаю. Але ти персонаж. Навіть те, що ти сидиш ось так, вдягнутий, ти будеш свідомо підтримувати цей образ а-ля 90-ті роки, а-ля образи фільму там «Трейнспоттінг». Чому такий вибір такого персонажа? Чи все-таки це зовні, це ти? Тобто поведінково це різні люди, тік-ток, Коля, і тік-ток, і життя. А оце це все-таки ти. Ти ж в костюмах в житті не ходиш? Да, вот так вот точно я хожу. Слушай, это просто вот... Как сказать, не то, что вторая личность, а это вот такая сущность, которую я люблю, принимаю. Я в какие-то моменты жизненные, может, я ее применяю, но это просто такая вот сущность. А яка твоя зараз стосунки твої з музикою? Тому що я людина фейсбучна, і я коли тебе шукала на Фейсбуці, тебе там щось кілька сторінок, трошечки музики, але навіть ті відеофрагменти, вони круті. У нас в музиці такого чомусь не було. Це така різка музика, різкі тексти, але це було там по 15 секунд. Тобто, по факту, що в музиці Коля Заліпуха, це що? Все зараз буде. Очень много чего. Ти будеш повертатися до музики? Ми працюємо, вот зараз прям очень много працюємо над этим. А що було тоді, коли ті старі маленькі фрагменти? Це було про що? Це повноцінні були композиції? Що то було? Да, там три композиции, которые есть на всех цифровых площадках. Угу. И материала записанного больше намного, это то, что вот прям выложено на цифровые площадки. И я это старался двигать, это моя отдушина, я до сих пор этим очень сильно горю, и я занимался этим до 24-го, потом война, я подумал, все точно не до музыки, какая сейчас музыка и так далее и тому подобное. Но сейчас мы вот плотно уже к этому вернулись и будем делать. А очень много чего. А ты не будешь работать украинской мовой, правильно я разумею? Ты будешь все-таки? Ты можешь говорить українською? Будем делать и так. Будем делать. Обязательно. Тоді питання про музику. Ті фрагменти, які можуть люди знайти, вони побачать, що це, знову таки, я ж дуже люблю, коли людина володіє словом. Різкі тексти, різка музика. Чому такого не було в нашому шоу-бізі? Дай Боже, з'явиться з тобою. Чому подібного було плюс-мінус багато в Росії, а у нас... Подібно, я не знаю, як тебе назвати форматом, формат, різкі тексти. А у нас не було такого, Коль. Можеш ти мені це пояснити? Наверное, объяснить я тебе этого не могу по причине того, что я не настолько подкован вообще в... Так я тоже в музыке не подкована. Я не могу ответить на 100%, как это работает, но, наверное, все ж можно взять от обратного, от слушателей. И все, в принципе-то дается Ты же понимаешь, что объективный критерий – это все равно количество прослушиваний. Mm-hmm. Ну, то есть для там, лейблов, там, тех же самых и так далее и тому подобное. И то, что набирает самое большее количество прослушиваний, то и будет дальше пихаться в массы. То есть если они видят, что такой именно формат заходит, они будут доить его до самого талого. Я не знаю, из-за чего. Из-за нехватки кадров, из-за нехватки видения, идей. Я не знаю, из-за чего. Я много очень об этом думал. Мне просто хочется не думать о плохом, думать о хорошем и думать о том, что вот мы сейчас проходим через много чего, и одним из аспектов, которые поменяется и вся вот эта вот индустрия в медиаплане, что это станет намного лучше, намного ярче, и будут уже отсюда брать пример и брать за основу именно наш продукт. Добре. Тепер ти кажеш, ти йдеш в медійку. Але медійка загальна – це все одно, коли ти улюбленець публіки, і, як ти кажеш, використовуй деталого, або не улюбленець. От ти є такий, а потім твій менеджер скаже, ну, от якщо б костюмчик ми, а там якесь слівце, тобі доведеться гратися. Де межі цієї гри? Якщо будуть правила гри, від яких тебе нудитиме, наскільки ти їх готовий приймати? Розумієш питання? Я понял, все починається зі свободи, а потім закінчується з дебільними обличчями. Слушай, ну проще всего сказать, знаешь, там порвать на себе рубаху и сказать, да нет, не будет такого. Да, ну, я не застрахован от того, что будет, никогда не говори никогда, я столько раз куплялся, я уже ни от чего не зарекаюсь, честно. Я не знаю, как это будет в плане, какие границы, я просто знаю, какой я человек, и что склонить меня как-то к этому, ну, это очень сложно, И если мне что-то, до тошноторства не хочется что-то делать, я это все равно не сделаю. Я найду миллион способов этого не делать. Я себя знаю, я найду миллион способов. А если будет на кону великие гроши? Да нет, я как-то, в плане этого много раз уже думали, много раз обсуждали, я не знаю, какие суммы должны быть, деньги это ж такое просто, я не то, что хочу до них дорваться, или я их никогда не видел, деньги это, неосязаемое такое, оно приходит, оно уходит, деньги вообще не основа. Основа идея, основа кайф, все. А деньги, они просто их есть ровно столько, сколько тебе надо. Если у тебя нет на что-то, значит у тебя просто тут чего-то нет еще. И все. Хто тобі цікавий зараз як персонажі, які теж з'явилися, як ти, можливо, не як ти, можливо, трошки раніше, можливо, кілька років тому. За ким ти спостерігаєш? За людьми, які як рухаються, вони як розвиваються? За чим ти взагалі спостерігаєш і за ким? Ти знаєш ні за ким. Та ну перестань, що, тільки за собою сидиш, спостерігаєш? Так, правда, я тобі говорю, ні за ким. Ні, хтось викликає у тебе захоплення чи хоча б цікавість. Президент наш, воєнне наше. А чим викликають цікавість, скажи, будь ласка, що саме? Это не интерес, восхищение, наоборот. Если вопрос именно в интересе, то как-то чем интересен президент? Ты вообще когда-то задумалась, какую жизнь он живет? Ні, президент викликає захоплення. Ти зараз абсолютно правий. Як і народ в цілому захоплення. Але є люди, яких ти постійно відстежиш. Є люди, якими я руками відстежую. Мені цікаво. Блін, що ти мене так застиг? Зловив. Президент, я б сказала, викликає і захоплення, і цікавість, тому що людина еволюціонувала і змінилася. Він не застиг на якомусь рівні. Да? Якийсь час мені було цікаво, як рухається Надя Дорофеєва, тому що я вважала, що в шоу-бізнесі вони реально модні. Вони вихоплювали і тягали всі тенденції, які є в світовому шоу-бізнесі. Якийсь час мені цікаво було спостерігати, зараз можу сміятися, за деякими політиками в Київраді. Київрада. Наприклад? Тому що Синя Семенова, солом'янські котики. Тобто люди, які рухаються, потрапляють в Раду, починають міняти картину Києва. Да? Якісь окремі економісти, напевне. Тобто до цієї розмови треба підготуватися, бачиш? Але я просто хочу продемонструвати тебе, що така цікавість. Да. Із політичної всієї цієї плеяди я точно ні за ким не слежу. Я, чесно, далек від цього був і намірююсь, як можна далі від цього оставатися. У мене взагалі і другий формат, і мислі о другому. Це не моєго ума діло, і цим повинні займатися люди, які... зачекай, у вас є Дніпро, да? У вас там був Філатов, у вас є Дніпро, яке картинкою і зовнішнім виглядом, він красивіший за Київ у деяких моментах. Це ж теж про політику. Політик, який зробив місто прекрасним. Тобто, як ти можеш казати, що я не дотичний до політики? А я при чому к тому, що він зробив? Ну ти ж можеш сказати, у нас таке місто. Це так круто виглядає. І це зробили... Так, я знаю там много, допустим, других моментов, которые меня наоборот не устраивают. Напружи? Да, и я не отношусь к этому, как это может человек там приезжий, приехать и посмотреть, сказать, ой, как красиво, бомба. Ну. А скажешь, какие налаштовывают тебя? Нет, не скажу. Я не... Чего? Не, ну это, я же тебе говорю, это... Я не хочу в это влазить, я не хочу какие-то Коль, недовольства высказывать. Коль, в смысле? Ти вже грамар нації, на тебе рівняється, а ти хочеш тільки моя. Для себе якийсь майданчик відгородити? Ні, це просто не моя історія кого-то за что-то, где-то агітувати, говорити там то, що мене не устраивает і так далі. Всі ті моменти, которые мене не устраивают, як мінімум, по моєму мнению, должны быть озвучені и решены, и какие-то действия проведены после войны уже, а не сейчас, когда, ну, сейчас не время. Зараз це не на часі, розумієш? Слухай, ну от не треба. Тобто ти вважаєш, що ми купу проблем зараз маємо не озвучувати, а потім... А ти вважаєш, що так не... Ну, це ж реальність. Ну, дивись. Ти розумієш, яке кількість проблем зараз не обговорюється? Да, але я розумію, що якісь проблеми вже треба обговорювати. Ну, ті проблеми... Інакше ми закопаємося в тих проблемах після війни. Ну, ти ж должна як-то сепарувати і розуміти, яка проблема зараз должна... Я сепарую. Тобто, якщо б я розумів, ну... грубо говоря, да, там, що є зараз факт там, де... там, гуманитарку воруют, да, и я об этом молчу. Это даже, ну, как-то, типа, злочинно, ну, вот, с моей стороны. Вот, бачишь? Но те вещи, о которых там я знаю, это никак не доказуемо, и сейчас это будет просто вонючий ветер, понимаешь, это не о том абсолютно. А я думала, ты про какие-то не речи, про какие-то банальные речи абсолютно. Я далек от этого. А якщо припустити, що Коля стане такою відомою людиною, ясно, що ти кажеш, не можна припускати, я сьогодні можу одне сказати, інше помінятися, а потім Зеленський став політиком, став президентом. І якщо тобі доведеться розбиратися в якихось речах, у тебе є прекрасна освіта, все одно, як не крути. Вища освіта – це дуже круто. Тобто це інша людина. І я не переконана, що у тебе так би був підвішений язик, якщо б ти був 3 класи приходської школи. Ну от не переконана, чи ні? Чи хочеш сказати, що інститут нічого не дав? Мама мне больше всего дала в жизни. Вот так. Я могу, вот если такую прям градацию проводить. Серьезно? Мама больше всего в жизни мне дала, потому что мама мной занималась вот с самого вообще грудного возраста и занималась. Я кучу стихов знал, книжки наизусть знал. Серьезно? Я ходил в очках в школу, я был отличником круглым до 5 класса, потом что-то пошло не так просто. Дай я зараз доведу питання, а потім до мами повернемося, тому що мені любов до слова теж дала мама. Якщо доведеться стати політиком і розбиратися, ти принципово, що будеш до кінця життя і не перетинати цю межу, ні, я принципово не політик, чи й тут ніколи не кажи ніколи. У нас країна, яка швидко розвивається і все в ній міняється. Ну, наверное, вот так вот, да. То есть сейчас у меня это не то, что в планах нет, а даже, ну, какая, где я, где политика. Нет, я вообще о другом хочу быть. А про що ти хочеш бути? О контенті, о веселье, о подимании настроєння, о стільке, о сделать по-новому, о сделать красиво, о сделать так, как у нас не делали раньше. Вот закрутить такое макраме, чтобы люди... Коленька, ну вот где ты был раньше? Вот это мое, а ну не политика, не серьезные разговоры. Давай в команду же бомжа поиграем. Умеешь? Давай, ну, что работать? Умеешь? Нет. Просто до 3 побед или поражений. Не умеешь? Нет. А как мы тогда играть будем? Так научи меня зараз. Ну, ставится либо камень, да, либо ножницы, ну, либо бумага. Знаю, да. Ну, давай, да. Ну, давай. 1, 2, 3. Давай, еще давай. 2. 1, 2, 3. И еще раз. 1, 2, 3. Еще раз. 1, 2, 3. Коль, от такі ми пепсі-кольні. Закрутив макраме. Коль, тепер до мами хочу повернутися. Да. А хто вона у тебе за освітою? Чому вона з тобою носилася так? Мамочка у мене по образованию, вона технікум закончила, то есть у неї середнє образування. Ким вона працювала все життя? Всю жизнь вона продавала вещи. Серйозно? І зараз продовжує цим займатися. Був момент, коли у неї був свое заведение там в городе у нас, она занималась им. Вообще вот всю жизнь, сколько я себя помню, продавала вещи еще, когда там они... В общем, миллионы историй о том, как на Польшу она с баулами ездила еще там в молодом возрасте, с сестрами, у мамы моей 2 сестры. И вот и до сих пор она этим занимается, она очень любит вещи, она очень любит одеваться стильно, она всегда выглядит у меня вот просто конфета. Вот куда бы она ни пошла, она всегда конфета, она всегда самая красивая, она всегда оденет то, что никто не оденет. Она, ну, Ну, она, для знаешь, меня, она для меня, я тебе даже, да, она такой идеал женщины во всем, и внешне, и внутренне, и характером. Это, ну, вот, это такой самый главный человечек в моей жизни, и вот насколько я могу быть таким многослойным, знаешь, типа, да, что аж не поймешь, где это, и оно теряется, я сам это понимаю, а она еще в миллион раз больше, то есть вот она прям нереальный для меня человек. И любовь к... Я не знаю, как, наверное, это какое-то что-то, может, ну, генетическое, не генетическое, то есть наверняка вот вокабуляр набирался, да, там, чтением каких-то книг и так далее и тому подобное. Но желание вот именно выступать в таком формате, это, наверное, проявилось ближе уже там к средней школе, когда я понял, что ну я веселю весь клас, и мне самому прикольно от этого, понимаешь? Что-то ты не написал як из КВК. Да не было у нас ничего. Какой? Ну, у нас только, ну, можно хот-дог было купить за школой и пойти, ну, сигарету стрельнуть. Ну, то у вас жодної команди, там, якоїсь студії, да там, нет, не ну... було нічого абсолютно? Ні. Тобто зараз ті, хто у нас став блогерами, тіктокерами, вони ж виходили там то ліга сміху, то команди якісь місцеві. А ти взагалі з'явився отак, хоп, ти впав, як с них на голову в ці жарти. Ну, так, да, как-то так і вийшло. Да, і зараз тобі вирішувати, як рухатися, не будучи людиною системи. Але це, можливо, буде і цікавий експеримент. Ну, так це ж класний експеримент. От ми будемо за цим наблюдати. Як ти вважаєш, потрібні розумні жарти українцям? Тому що далі ти будеш працювати на українців, не штормити росіян. Це інтересний вопрос, тому що... Тому що наш загальний гумор, от беремо верх медійки. Ну, він отакий, Коль. Слушай, ну... Опять же, ну вот тоже дизель-шоу, да? Нет, ты просто дай свою оценку. Что, скажешь, и оценку гумористичным шоу не будешь давать? Политиков не оцениваешь? Не, почему? Дизель-шоу, ну я не мог его смотреть, ну честно, типа. Но я же понимал, какое, количество людей... Какие я смотрел? Да, какие ты дивишься? Я жодні не дивилась. Да не знаю, ну «Рассмеши комика» мне очень нравилась передача. Подобалась? Очень нравилась. Это вообще гениально, по-моему. Это вообще гениально. Ну, типа вот просто бомба формат. Что еще я смотрел? «Лигу смеха» когда-то также в свое время смотрел. Тоді питання. Ти веселив весь клас в середній школі. А чого ти на «Розсміши коміка» не поїхав? Тобто ти міг просуватися вже в цю сферу. У тебе було це бажання. І да ти сидів, чекав повномасштабного вторгнення. Я був настільки далеко від цього. Вот настолько далеко везде, ну вот настолько далеко, что я вообще не думал, что я как-то в это попаду. То есть я понимал, что внутри я хочу, типа, но я ну, нахожусь где-то сейчас в таком месте, что ну куда мне идти, куда мне. Обстоятельства как-то так слаживались, просто обстоятельства. Намагаюся розібратися. Ти не був настільки сміливий? Чи ти мало чого хотів? Чи ти був затюканий? Тобто чому ти... Да нет, я делал все то же самое, просто не снимал это, знаешь. Меня никто не мог заставить до самого последнего взять телефон и начать себя снимать. Ну, а кто-то в процессе раньше говорил, снимай. Да, да, были люди, вот прям, которые общались близко, говорят, дядь, ну, а бери телефон и снимай. А что ты сказал? Да ну, какой мне, ну, с пацанами классно сидеть, говорю, ха-ха, лупить, говорю, зачем мне вот это снимать что-то? Так, чисто для себя по-свойски. Ага, зараз ти нарешті почав це знімати. Ну тебе тішить історія, що кожен далекий може стати зараз героєм і заробляти на цьому навіть гроші? Звісно. Це круто. Ну, ти ж... Этих же людей, опять же, вибирає народ. Ми ж нічого, типа, ти можеш все усилия приложить, но это не зайдет аудитории. И это никому не будет нужно. То есть, ну, тут все надо брать того, что надо народу в данный момент. Что интересно им. А який момент зловити, щоб потім хвіст не почав виляти собакою? Ти отакої несвободи не боїшся, що народ, який тебе обрав, потім почне диктувати тобі правила гри? Ну, так оно где-то и будет. Нормально стало? Нормально, абсолютно. Вообще нормально. Распетляем. Угу. Все... Да, все будет, ой, да, все так будет хорошо, все, ты шо? Нам только войну закончить, все, все, до описюнения будет все хорошо. Попри те, що ти росіян не вчиш нічому і ні якимось високим речам, ти тільки їх б'єш опиком, можу так сказати. У тебе є відповідь на питання, я періодично це питання повторюю в цьому подкасті, чому вони так нас ненавидять? Да бо они нашифрованные, но они болванки, ну ты прикинь, ну ты типа мало того, что генетически немного недоразвитый, тебе еще и чехол одевают 20 лет, что ну оно вот так, и типа ну ненависть это вообще самое ужасное, что может быть, знаешь, вот я Я много думал об этом, вот правда тебе скажу. И я вот очень хочу, чтобы у нас проговаривалось, когда мы выиграем войну, чтобы у нас обязательно проговаривалось вот этот вот вопрос ненависти. Я прекрасно понимаю всю ненависть, которую, типа, испытывают люди, и мы имеем полное на это право, но вот за основу должно быть всегда взято то, что ненависть все равно это деструктив, и ничего хорошего ненависть, это просто то, что тебя съедает. Ненависть, к чему бы ты ни относился, и эту ненависть в себе надо бороть. Как бы это сложно ни было, я понимаю сейчас, в каких ситуациях люди, но это надо с этим работать. Я понимаю, что, может, это и не год, и не два, но ненависть — это бич. Типа, его надо всегда искоренять. А они нас ненавидят, потому что ненавидеть намного проще, чем любить, понимаешь? Ненавидеть, ну, им сказали ненавидят, они тупые, они недалекие, они не разбираются в этом, они злятся, сами на себя злятся, что у них ничего не получается, что у них получилось, ну, типа, за все это время. Ничего не получилось, они уже... Ну, то есть, я даже замечал, ты знаешь, в рулетке с начала войны еще было с кем говорить, сейчас уже вообще не с кем говорить. Вот вообще, то есть там найти одного интересного человека или хотя бы одного человека на 20, который не будет поддерживать этот режим и будет сидеть и говорить о том, что да, я русский, но я против, это все. Ну, ты ему спрашиваешь, там, почему ты ничего не делаешь и так далее и тому подобное, но их просто уже не остается. Стало ще гірше виходить? Да. Вот с этой всей ситуацией... Просто ті більш-менш розумні, вони взагалі пішли з рулетки. Тут може бути інша сторона. Як? Да, вони поуїжджали, вони не сидять в рулетке, ну, на самом-то деле, типа... Хто сидить в рулетці? Ти ж сама розумієш. Да, тому я не можу зрозуміти вашу стійкість, які теж сидять в рулетці українці, які хочуть з тими, хто сидить в рулетці з боку Росії, вести діалог. Я думаю, як це? Яку витримку треба мати? Але ти зараз сказав, що ненависть – це деструктивна така функція у ненависті. А ты там, коли сидиш, ти не ненавидиш? Я ненавижу, да, я ненавижу. 100% ненавижу. Так, блин, ну це тебе по факту буде руйнувати. Конечно. Так я ж не говорю, что у меня нет этой проблемы. Я говорю о том, что так или иначе жить и ненавидеть – это всегда плохо. Я говорю только, я сейчас ни в какие не лезу, понял? Я под кожу не лезу никому вообще. Я просто говорю, что всегда старайтесь, какой бы негатив вас не окружал, прорабатывать его и все равно превращать его в позитив. Это единственный способ жить. А завдяки чему ты действительно нет ни одного успешного человека, которого съедала б ненависть, и он на фоне того, что его съедает ненависть, делает что-то хорошее. Завдяки чому ти прийшов до такого висновку? Люди у 50 можуть до такого висновку не прийти. Вони можуть живитися впродовж життя ненавистю. Чому ти дійшов до такого висновку і сказав, я про це постійно думав? Чому? Ну, мені подобається просто за людьми дуже сильно наблюдати, от за взаємоотношеннями. Я не знаю, чому я зробив такий вивод. Ну, просто із-за ситуацій, які в житті происходили. Я просто розумів, я ненавидів, я любив дуже сильно, я ненавидів, я смотрел на себе со стороны, потом на... во время того, когда я любил и когда я ненавидел, и все, что я сделал, когда я ненавидел я себя после этого, ну, типа, я не жалею, но я понимаю, я многого мог бы не делать глупого очень в моей жизни, ненужного в моей жизни. А як же ти потім будеш позбуватися цієї ненависті, яку ти накопичив під час чат-рулетки? Ну вот как-то типа, не, с чат-рулетки я на самом деле, я наоборот там настолько отдаюсь, я там вот наоборот, я там выплескиваю, понимаешь, я не набираюсь там, ну типа, я бы набирался, если бы на меня был бы гонор. А так как переговорить, ну типа, сложновато и, ну, я наоборот, я отдал все, и я вот все спокойно, я сделал то, что я должен был сделать. Все, я спокоен. Це прикольно, це якесь таке все одно відчуття місії певної, да? Да. Тобто ти словами, ти у 100% випадків задоволений собою? Чи ти можеш сказати, ні, було за весь цей час? Ти що, я не кілька то, що разів, не задов... коли я прям кайфанув. Ти не розумієш, наскільки я ужасный параноик в этом плане. Я с собой вечно всегда недоволен. Я отсюда выйду, я скажу, фу, вообще, что это было? Ты видел меня, Вася, вот мы переговорим. 100%, это всегда так. Всегда так. С каждого эфира, вот есть буквально пару эфиров, там, где я понимаю, что да, это классно прям было. А так я всегда, я не пересматриваю их никогда. Ну и правильно, ты ж не придивляйся свої ефіри, що ти? Да. Ти ж не нарцис якийсь. Тобі треба для того, щоб постійно зростати, щось читати чи з кимось спілкуватися? Общатися більше. От раніше я читати більше любила, зараз общатися більше. А які це люди? В общении все. Я вот пришел к выводу, что все в общении. Я не знаю, книжки как бы это такая тема, книжки тебя удивляют до поры до времени, вот какой-то типа, ну вот нет такой книжки, которая там меня сейчас, вот чтобы я ее открыла, она перевернула там мой мир, знаешь, все равно в каждой книжке я вижу отражение того, что я знаю, либо того, что я читал раньше, ну типа, я не скажу, что я много книг там прочитал, но типа в определенный момент я просто понял, что мне намного больше нравится общаться. В в общении все, в общении просто надо следить за этим, надо по-умному к этому подходить, и все вот эти неписанные законы в жизни можно просто, общаясь с человеком, и так понимать, с разными людьми, чем больше ты общаєшся, тим лучше. А коло людей тобі дозволяє почуватися задоволеним? Достатньо людей в твоєму колі, від яких ти можеш набиратися? От я, скажімо, постійно відчуваю брак розумних людей. Ну, у мене постійно відчуття браку, що мені мало. Ну, у мене такого немає, тому що я сам туповат, тому мені не особо треба спілкування там з якими-то, ну, я... Можем пройтись, я тебе просто розкажу, о чому я думаю, Воля, ну, так уже не на камеру, а как бы какой у нас юмор и так далее, поэтому... Я рад всему, что происходит. Я людям, которые приходят там в мою жизнь, тоже рад. И кто-то приходит с хорошими, кто-то с плохими намерениями. Это нормально. Я радуюсь самому факту, что я вообще живой, что у меня 2 руки, 2 ноги, что я могу вообще говорить, общаться, что я встаю, что... Ну вот, все, я жив, я рад этому. Такий Коля прям продукує такий образ гопніка, який насправді все одно не настільки тупий, не наскільки тупий, як він говорить, але все одно, бачиш, цей образ заходить людям, і ти зараз кайфуєш від того, що цей образ зайшов, попри те, що ти сам говориш, у мене багато образів. І я от намагаюся зрозуміти, як швидко ти сам втомишся, скажімо, від цього образу і почнеш будувати якийсь новий образ. Ну, тобто цікаво просто припустити. А можливо, ти роками будеш лишатися таким? Коли я устану міняти образи, ти маєш? Ну так, коли тобі набридне, наприклад, цей образ. Этот образ чого ти маєш в виду? Парня з чатулетки? Так, який ти є зараз. Так ти розумієш, опять же, я не... Это просто часть меня, это не образ, который был кем-то придуман и туда принесен. То есть я буду вести через 5 лет, там, через 3 года, год, там, не знаю, «Орел и решка». Я буду к негру подходить и говорить, что ты, котик, давай побалуемся, понимаешь? Типа, ну, это все перенесется туда, и я буду это использовать. Это просто часть меня, и это круто. Что это никуда не денется, это всегда будет мое. Вот, типа, ну... Это так круто, будто собой, да? И да, мне ничего не приходится выдумывать. Все просто как-то вот так вот происходило. Ну, поверь, ну, вот оно, наверное, должно было так произойти, потому что я настолько, я тебе говорю, был от этого далеко, что попасть вот там сейчас, где я сижу, типа, ну, я вообще не знаю, что это произошло. А сколько тебе років зараз, Коля? 26. Так, ще стільки буде всього відбуватися, ще так круто. Розкажи про нашу офіційну медіасферу. Правильно говорити офіційна, неофіційна? От я ніби і там, тому я так кажу офіційна медіасфера. Наша медійка, ну ти сам це слово сказав, ти узагальнив, зараз. Це для тебе що загалом? Це телебачення, офіційні канали, марафон, це подкасти, які зараз з'являються, як гриби після дощу. От що це? Наша медійка, це, мабуть, поки такий от... Ну давай, своїми словами, да. Ты ж умеешь добирать лишние метафоры. Ну, такой гомункул, но не гомункул, понял? Ага. То есть гомункул это больше по злому, но это пока нечто такое аморфное, но мне очень нравится. Ну, в плане того, что все идет на новый лад. Появляются новые лица, появляются новые форматы. И... Ну, я не знаю, в общем, типа, я больше доволен, потому что, ну... Как-то поживей, що ли, становиться. Я згодна. Але чому нам для цього війна була потрібна? У тебе є відповідь на це питання? Ой, это очень сложно. Я вот эту именно фразу пытаюсь вот уже 5 минут типа обогнуть, и ты ее просто в лоб не говоришь. Ну, це ж правда дивна історія. Слушай, ну, очень... А насколько удивительно вообще другие аспекты, на которые война. Прикинь, типа, что должно было произойти, чтобы мы, типа, вчехлились. Ну, тогда... Що, ми такі неповороткі, такі інфантильні? Ну реально, ну вспомни жизнь до 24 числа, ну вспомни себя, ну так. Я себя вспоминаю, я такой, ну полумера какая-то, понимаешь? Я хочу, ну завтра, типа, вот я это сделаю, ну точно, типа, я это сделаю завтра. А сейчас, типа, ты такой, ну, думаешь, не, сегодня, а может завтра и не будет. Ну то есть это страшно, это сложно, это вообще, это предмет долгих дискуссий, но... Ну, вот так вот произошло. Ну, вот надо просто понимать, как оно есть, мириться с этим, идти дальше, брать из этого какие-то уроки и ни в коем случае не возвращаться к тому, що було раніше. Чому ти до Києва переїхав зараз? Тому що тут все простіше. Тут ти можеш ходити на подкасти, так? Ну, зокрема. Вся робота, яка зараз у мене тут в Києві. Але ти ж, знову, повертаючись до інтерв'ю з Вовою Петровим, я відчула, і тут абсолютно правильно. Твоя образа на те, ти там сказав таку фразу: я не розумію, чому Ніхто нічого не роблять. Чому рекламодавці не дивляться на нові обличчя? О, видиш, одна ти замітила, да? В смислі? Так я, слухай, я коли навіть бачу успішну людину в Тіктоці, навіть з 10 тисячами, я не розумію, якого дідька до неї не приходять рекламодавці і не починають з нею щось робити. Тому що не розвита, не накачана деньгами, не розвита сфера. Ми прийдемо к этому стопудово. Стопудово к этому придем. Будут замечать, будут инвестировать по-другому, будут имена другие. Придем к этому 100%. Просто сейчас надо войну выиграть, и все будет обязательно хорошо во всех сферах, и касаемо нашей с тобой там медики тоже. У тебе є відчуття того, що ми її вже виграли? Багато хто говорить, от ми ж виграли, просто тепер фізично там доробити якісь моменти, але фізично ще скільки людей загине і скільки всього буде. Які у тебе зараз відчуття? Я очень рад, благодарен ЗСУ, президенту, всему вообще руководящему составу за все, что происходит, но чувство, вот если у меня такое чувство, нет, ну это ж мое субъективное чувство как человека, я просто никогда, не кажи гоп, вот эта схема, А, у тебя такая? Да, а зачем? Ты радоваться, чему радоваться? Тому, что еще не свершилось, это, галимый ненужный потенциал, который ты будешь нагонять, и, чем проще подходить, тем лучше всегда. Гля, я думала, ты зараз скажешь, я уже верю, як багато в того говорит. Нет, слушай, я много в что верил в своей жизни, и много потом обламывался, и, это далеко не та вещь, в которой я хочу своим энергетическим посылом как-то нарушить. Пусть все идет, слава богу, что все так идет, но я порадуюсь обязательно, когда мы обязательно выиграем скоро. Бачиш, ти проявився в повномасштабне вторгнення. Не будемо говорити війну, а то нам скажуть, що з 14-го року, хоча всі розуміють, про що йдеться. Ти проявився зараз, ти змінив життя зараз. І реально не тільки з тобою сталася історія такої радикальної зміни життя. Я хотіла тебе перепитати ще про одну річ, тому що ось такого віку хлопці, як ти, я нещодавно їздила в Варшаву. Я себе пінками туди вигнала. Я вела бігмані, форум Євгена Черняка в Варшаві. Вчили, як бізнес вести в Європі. Я думала, я приїду, хто там буде? Я думаю, дівчата, хлопці. 700 чоловік в залі, такого віку, як ти, там плюс 5 років. Я не змогла себе подолати, тому що, хоч я і ведуча заходу, і я вела там бізнес і фінансові панелі, я на них дивилася і думала, чого вони тут? У тебе є щось на їх захист? Чого вони в Польщі? Хлопці 26, 30, 34 роки. У меня нет ни в защиту, ни... Вот этот вопрос, у меня нет ни в защиту, ни в оправдании. Я знаю, что каждый волен выбирать то, что ему... Вот если это его выбор, его судьба, я его за это осуждать никак не буду. Я единственное, знаешь, о чем думал? По поводу выезда, не выезда. Какой-то балабас насыпать тем людям, которые тут остались и никуда не выехали, было бы круто, знаешь? Да. Кредит монобанки мне, возьмите все за то, что ты просто не выехал. Им не надо санкций, не надо их никак наказывать. Я не за это, за тех, кто выехал. Их движуха, их жизнь. Нам, кто не выехал, дайте какой-то прикольник. Знаешь, это такое. Я не знаю, может, это мое, Нет, так я ж тільки тебе питаю. Ребячество, может быть, знаешь. Нет, так нормально, є тільки твоя думка. Зараз ти герой цієї розмови, і ти тільки на свою думку спирайся. Тобто, реально, ти ж на початку розмови сказав, життя може обернутися так, що мене будуть змушувати показувати фотку з телефону. А у тебе зараз реально немає бажання нікому сказати, якого ти дідька, сука, виїхав, чи там ще щось сказати. Ти настільки лояльний до життя кожного, реально? Да, я тот тип, который... Ты меня сдивовал, до россиян ты, падлы! А украинцы все... Ты знаешь, я передачу такую... Или мыло я соромлю своего тела. Да. Такое. Вот там история о том, что берут женщину, ее приводят такой ей делают, все делают ее, красивой делают, наряжают ее и выводят потом к мужу детям и так далее. Так я тот тип, который, когда выводят, я это смотрю, я плачу от того, как они радуются. Я реально тебе говорю, я могу заплакать от такого. Мы сидели недавно, тип на гитаре играл, я тоже зарыдал. То есть, я эмпат дикий. И в плане тех ребят, которые выехали, вообще у меня нет никаких к ним претензий, честное слово. Не мне их судить. Поэтому... У мене немає взагалі ніяких питань. Тоді ще перепитаю. Тобто ти виходить, і якщо ти їх не судиш, і не в плюс, і не в мінус, то виходить, ти даєш можливість всім бути такими, як вони є. Так ми і повинні бути такою страною, ну, а як по-другому? Ну, зараз же немало людей, які кажуть, а ти де був? А ти так і будуть говорити, а ще такое будуть ще більше говорити. Так а чому ж ти інший? Чому ти не відносишся до категорії людей, яких шеймлять, там, хейтять, а ти такий просто рухаєшся рівно і кажеш, дивіться тільки на себе? Ну, да, я не знаю, може, це і імпонірує, я не знаю, чесно. Ну, це правильна позиція. Я не знаю. Ти ж дивись, Коль, коли стаєш медійним персонажем, то ти маєш про себе знати все. Я жартую зараз, Але відповіді твої реально цікаві, тому що мені періодично хочеться комусь щось пред'явити. Але я розумію, що, по суті, це дитячість, очікування чогось. Ти ж розумієш, це ти зависила свої очікування. То, що там вони не оправдані, це твої проблеми. Тому ти і справа. Це коли, якщо ти пам'ятаєш, коли у нас там, я все не можу заспокоїтися, коли там на якийсь день повномасштабного вторгнення наші блогери звернулися до росіян і казали, ви йдіть на площі, як ви можете нападати? Наші блогери-мільйонники звернулися до росіян. А один коментар, а чого ви звертаєтеся до енцефалітних кліщів, якщо вони просто п'ють кров, а ви хочете їх там типу змусити робити щось інше? Це ви, типу, дурні. І по факту нам виходить, треба стати просто такими реалістами і нічого ні від кого не очікувати. 100%. Да. Ну, я чого-то думаю, що да. Ну, я не говорю, що це вірна дорога какая-то, ну, я так живу, мені норм. Все, ні більше, ні менше. Блін, ну ти прикольний. Ходіть і делайте так, ходіть. Ну, не повторяйте, всі трюки ісполнені долбойовими. Ну, це точно. Все. Ну, тобто ти зараз абсолютно всім задоволений в своєму житті. Окрім війни, ясно. Які ще речі тебе бісять, бентежать, чи в твоїй системі координат слово «бісять» просто не існує. Вообще на ум нічого не приходить. Кроме війни, типа, вообще не. Ні. Та ні, ну що мене може бісити? Ну, типа, носок знімаєш, там катишка, знаєш, між пальців, ну, паста закончилась з утра, там, мусор порвався, типа, от я можу понервничати. Клас. Скільки ти виділяєш чат-рулетці зараз? Часу? От на день, скільки у тебе займає... Це вже можеш назвати роботою чи ні? Да, та вже давно я це можу назвати, на самом деле, роботою. Просто сейчас вообще я могу раз в месяц выйти в прямой эфир. Да. В смысле? Ну, у меня такая история, понимаешь, что у меня все... Ты видела, как Дюк спит? А, на тебе ліг? Господи, Дюк! Ой, да, я сфоткаю, ти що? Боже, так влізся, що я не... Ні, ну ти ж сказав, що не бентежа. Дюнечка. Ай, господи. Це дуже смішно. Да. В общем, у меня такая история, что у меня контент... вот это к началу нашего разговора о том, что все ребята разные. Кирилл пытается их воспитывать, там еще там другие ребята спокойно, кто разговаривает, там девушки есть, которые разговаривают и так далее и тому подобное. А у меня все построено на чистом ха-ха. То есть я ж не обсуждаю с ними никакие политические темы. Ты их больше того, иногда настолько резко обрываешь. Я с ними не говорю вообще, не пытаюсь там узнать. Там еще раньше первые эфиры какие-то были, что я пытался там узнать какое-то там политическое, не политическое, какие у тебя там взгляды в жизни и так далее и тому подобное. И то это бывало очень редко. И именно потому, что у меня контент основан на вот этом, я столкнулся с той проблемой, что мне, ну, мне сложно. У меня же нету авторского цеха, который мне пишет шутки. Так у меня нету костюмерной. Да? Все, что было собрано, все шутки, которые были, там, фразы, все это было просто, ну, на энтузиазме. Я даже сейчас, когда это все просматриваю, когда это все там каждую там, неделю, каждую 3 дня были все эти эфиры, я не понимал, я вообще не понимаю, откуда мне это в голову приходило. Ну, типа, реально, вот за такой короткий промежуток времени все эти образы, все это как-то собрать, я даже не понимаю. Ну, то не я, наверное, был, поняла? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Да. И я столкнулся с той проблемой, что мне сложно придумывать каждый раз, ну, чтобы это было смешно. А я не хочу сидеть и просто с ними разговаривать. Я вот конкретно хочу, чтобы мой эфир ждали, чтобы посмеяться. Я знаю, что в такой обстановке посмеяться — это то, что хотят все. Я знаю, что, ну, все равно я понял то, что чем даже вот больше ты в жопе находишься, все равно смех — это вот такая вот маленькая путеводная звездочка. Все равно будешь смеяться. Посмотри на ребят в плену, которые были. Они улыбаются, прикинь, они не находят в силы в себе улыбаться. Кто мы такие, чтобы тут не улыбаться, ну, типа, знаешь. Поэтому именно из-за того, что контент такой, я начал рядить, и вот сейчас дошел до того, что раз в месяц, но это сейчас все поменяется. Я вот переехал в Киев, я просто только вот вчера уже окончательно все вещи перевез. Спасибо большое. И вот мы вот начинаем над этим плотно работать, и будут трансляции на Ютубе, теперь будут лица орков, да, то есть у меня ж вот из всех ребят, которые ведут чат-рулетку, я единственный, у кого нету... Облыч, русни. Да. Так. То есть я все это просто на своей мимике, на этих образах. Хотя лицо русского это добавляет очень много. Когда ты видишь его реакцию, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть для меня вот это еще удивительно, понимаешь? Типа, вот для меня это реально удивительно. Типа, их же даже не было видно. Как? Так в тому-то и парадокс твоєї ситуації, твого образу. Ти був там актором, ну і лишаєшся. Не будучи актором. Ти там комік, не будучи коміком, не знаючи взагалі основ гумору. Тобто ти робиш там все те, що хтось навіть десятиріччями, йдучи до цього, він би не зробив, навіть маючи фах відповідний, там, закінчивши якісь курси, там, тренувавшись якихось КВК. Коля Залипуха. І все вдалося. Я не знаю, правда, неправда. Как... Ну, короче, я тебе нахвалю, это, тому що мені реально подобається, що ти робиш. Да, судиш просто, типу, ну, я... так і я, ми тут тільки двоє, хай інші судять. На самом деле, знаєш, о чём вот, какая реальная картина? И меня это очень сильно радует, что у нас людей таких, как я, на самом деле, очень много. Просто вот, наверное, меня заставили снимать, понял? Я знаю там много людей, которые со мной общаются, я знаю много людей, которые мне начали там писать, и продолжили там со мной общаться во время того, как это все происходило. И я знаю, что у нас таких типов, как я, вот просто нормальных типов, с которыми можно поговорить, вот, которые трезво понимают все плюсы, минусы, ну вот просто вот по душам. У нас их много, и мне от этого хорошо. И типа... Наоборот, ребята должны смотреть на это, они должны смотреть на таких, как я, о том, что я говорю, я был, год назад я вообще, типа, подумать не мог, что вообще такое все произойдет, тут, никто не знает, и непонятно, где вы будете через год, поэтому, you know what I'm saying. Ну, тоді так і закінчимо, гарно сказав. Але все-таки зберігайте фотографії, де ви займалися волонтерською діяльністю. Сохраняйте, да, щоб потім за метлу, за висміси вас не підтягнули. Быстренько оттопырять, по Днепру пойдет волна, я знаю.